Добрый день. Экран виден, слышно? Экран виден? Хорошо, тогда начинаем. Итак, как обычно с нашей схемы, которую я давала 11 июля. Значит, нейтральный диапазон сохраняется 1069 по 775. Об отметке 1069 я очень много пишу, то есть только лишь торговля выше данной отметки будет позволить говорить о движении пары наверх. Ну а конкретнее это 10.69, 1.11.11. То есть вот, по сути, уровень 1.11. И только лишь при пробое диапазона 1.0900, страйк и 8, дальше 875, ну и, условно говоря, 835. Вот, это, вот этого диапазона пробой будет говорить о том, что все, значит, негативные риски начинают материализовываться. Все-таки более вероятным сохраняется движение наверх, на пробой нейтрального диапазона вверх. Вот, повторяю, 10.69, 1.11.11. И движение к ближайшему сопротивлению в районе 13.20, 13.03. Оно не так далеко отстоит от текущей цены. Вот, если сравнивать волатильность. Ну, следующее сопротивление, повторяю, на 15, на 1.15.37 и далее район уровня 1.18. Вот. Значит, далее. Итак, здесь мы по доллару, опять же, наблюдаем пока что сильную сильное сопротивление. По фунту что происходит? То есть он все еще находится в нашем нейтральном диапазоне, о котором я говорила. Вот сейчас поддержку оказывает нейтральная отметка 31.09, то есть уровень 31. Вот. И только лишь пробой, опять же, вот этого диапазона 29.36, 27.71. Вот, по сути, уровни 29-28 будет говорить о движении вниз. Но это, опять же, здесь очень сильное сопротивление по доллару сохраняется, равно как сопротивление по, значит, в паре евро-доллар по доллару. Вот. Видно, насколько, то есть, ювелирно ходит цена. Далее, австралиец. Вот, та же самая история. Вот нейтральная отметка была отмечена 74.39. Видно, как она тестируется. Это тоже является сопротивлением для доллара. По доллар-каду. Говорилось о широком диапазоне нейтральном. Вот. И вот о центральном районе этого диапазона, представленном диапазоном 30.93-31.51, то есть это сопротивление. Ну, вот сейчас находимся внутри данного сопротивления. Движение наверх крайне-крайне проблематично. Далее, по доллар-франку, значит, я рисовала вот эти вот уровни. Видно, как они, в принципе, до сих пор являются сопротивлением. Далее я рисовала страйки. Говорила о том, что цена будет ходить по страйкам. Можно по ним ориентироваться. Ну вот, в принципе, сейчас это видно невооруженным глазом. 99.01 и, значит, 98.52 обыгрывается. Свет на следующий страйк при движении вниз 98.04. Ну и так далее. Вот. Далее, по доллар-иене. Здесь говорилось, то есть ситуация не изменилась. Существует очень сильная поддержка в виде нейтрального диапазона. Ну и вот здесь сопротивление первичное, сильное, 108.35. То есть только при торговле выше данного сопротивления, при пробое, можно будет говорить о сценарии очень сильного роста. Пока это сопротивление выглядит очень сильным, ну, равно как и вот эта вот сильная нейтральная зона. Только лишь при торговле ниже 101.10 можно будет говорить о движении вниз, вот, на обновление минимума. Ну, в принципе, то есть ничего особенного не произошло, то есть все те отметки, о которых говорилось, они работают. Теперь, как это было видно, значит, на наших диаграммах. Ну, к примеру, давайте с франка начнем. 99.01, да, страйк.
то есть пробить не могут. С чем это связано? Вот, это мощный кол стоит 9901. Ну, вот именно сюда тыкаются. То есть вот здесь как бы зона маркетмейкеров организована, то есть из которой как бы пытаются развернуть пару. Далее, обоюдные интересы располагаются, игроков располагаются ниже 9901. Условно говоря, они, значит, дотягиваются до 9217. Ну, то есть вот порядка 700 пунктов как бы сохраняется возможности движения вниз. Вот. Здесь вот тоже в долгосрочных контрактах видно, что уровень 1000 пытаются защитить. Даже если будет попытка выше забраться, да, экстремум построить, то откуда-то, допустим, из центра вот этого диапазона, допустим, один, с чем там получается уровень, 1.0152, к примеру, да. Ну, как бы существует риск такого, экстремума такого. Опять же, с другой стороны, все обоюдные интересы располагаются ниже. Вот. Условно говоря, по данной схеме там 93.46, да. Здесь, ну, тоже внизу все это находится. То есть главное это то, что сейчас пару от движения наверх защищает этот уровень 99.01. И при торговле выше 99.01 только лишь на экстремум можно рассчитывать здесь наверху. Вот, агрессивный. Это будут уже делать маркетмейкеры. Все. То есть перспективы вниз. Следовательно, перспективы евро-доллара, они остаются при движении наверх. Эдик, уйди оттуда. Значит, далее по евро-доллару теперь перейдем. Вот. Значит, откуда берется уровень 1.11, да? Вот здесь вот уровень 1.11 находится. Видно, что это граница рисков непосредственно. Торговля выше данного уровня – это повышательные риски, торговля ниже – это понижательные риски. Но для того, чтобы они реализованы были, необходимо пробить очень сильный уровень 1.0900, который маркетмейкеры усиленно защищают. Вот. То есть, по сути, это вот просто сейчас идет эта волатильность, вынос игроков и так далее. Возможно, это подготовка все-таки к движению наверх. Вот. У маркетмейкеров тоже существует несколько видов как зарабатывания, значит, денежных средств, манипулирования, да. То есть один из видов, то есть нужно уйти туда, где существует толпа, для того, чтобы здесь заработать уже на спредах купи-продай. Слишком долго в своих зонах они сидеть не могут. Вот. Далее, если все-таки сценарий негативный будет, пробой 1.0900, то резкое падение возможно вот сюда, вот в эту зону, 1.0400, 1.0500. Есть некие, ну, так скажем, моменты, которые говорят о том, что там маркетмейкеры устроили засаду. Условно говоря, это уровень 1.0450 на случай вот этого пробоя. Вот, что пробить его не дадут, если цена будет туда падать. Вот. То есть примерно 1.0450 получается. По крайней мере, такие знаки сейчас расставлены в рынке. Но, тем не менее, значит, все-таки вот толпа стоит наверх. Если пойдут вниз, значит, вот этот удар осуществлять, то это чисто для выноса, очередного выноса толпы. Вот и все. Больше как бы не для чего это делать. Здесь тоже видно, что толпа, она вся вот здесь вот находится, выше текущей цены. Вот. Далее, что касается фунта, значит, я говорила о том, что там уровни 28-29 существуют, да, где заканчивается нейтральный диапазон и начинается граница, вот, через которую фунту нельзя проходить, иначе будет падение резкое. Ну вот, это место 28-29, а дальше вот зона падения располагается. Вот, тоже как бы зона падения. Докуда, уже говорил, 1.17, 1.21, как бы вот это заложено в рынке, такие возможности. Если цена все-таки удержится над данной поддержкой, давайте еще раз посмотрим вот сюда. То есть вот если здесь удержится, не пробьет вот это место, то, соответственно, она должна вернуться, встать на 34.29, ведь пока эта линия не дает это сделать. Но встав на 3.429, мы встаем над уровнем 1.34 с целью
покорить уровень 1.35. Вот. Ну, это, как говорится, дерьмо вопрос будет, и дальше тогда цена будет следовать по 500 пунктов, как я уже говорила, наверх, ориентировочно. Вот. Как это здесь будет выглядеть, сейчас покажу в этих схемах. Значит, так, посмотрим, вот сюда вот. Сейчас вот уровень 1.34, видно, что здесь сильный уровень, это кол, который совпадает как раз с нашей отметкой, верхним краем нейтральной зоны. Стоит только пробиться наверх, значит, следующий уровень 35, это мощный тоже кол, но торговля выше данного уровня. Вот, она ведет вот к чему. Более того, торговля выше, допустим, уровня 1.36, да, уже будет говорить о том, что цена может совершить очень резкое движение наверх, очень резкое. Тут, в принципе, не за что держать, ну, не во что упираться. Сопротивлений нет здесь, кроме тех тайных сопротивлений маркетмейкеров, которые построены, как бы их целей конкретных. Ну вот. Здесь что получается у нас? Вот сейчас, согласно сентябрьской схеме, мы находимся, опять же, вот в этом месте. Это граница рисков, то есть нужно пробиться 33-35, но опять же тот же самый уровень 34, да, и наша отметка 34-29 здесь находится. То есть вот этот диапазон. И тоже здесь открывается диапазон легкий для прохода наверх. Ну, по крайней мере, от уровня 1.35 к 1.48 и 50. То есть 1500 пунктов здесь тоже заложено движение наверх. Вот. Здесь по, значит, октябрьским контрактам тоже движение заложено наверх. Большое. И согласно декабрьским контрактам, их сейчас пока мало, этих контрактов, но что получается здесь? Торговля, в принципе, ниже 1.33, говорит о возможности движения к 1.25, при пробое получаем 1.17. Вот. Ну а торговля выше 33, это повышательный путь-спред, и тоже, который ведет очень далеко наверх. Вот. Как бы возможности есть. Поэтому нужно следить вот за этими зонами. Вот 34-29 это наверху, то есть при пробое сюда наверх и при пробое вот этого места это сильные риски падения. Здесь вот в этой схеме текущей учитывается падение к 14.54. Вот. Даже так учитывается. Ну это так, условно говоря, 1.17. Не то, что уже 21. Это слишком близко получается. Что касается австралийца, здесь что мы видим? От уровня 73.50 начинается путь-диапазон, торговля ниже 0.7170 опасна падением, и торговля выше 0.7350, в принципе, говорит о возможности снова движения наверх. Вот здесь диапазон тоже размыт, то есть только ниже 0.71, цена пойдет собирать низы, а здесь есть возможность наверх двигаться. Здесь тоже, ведь 71.50. Ограничение стоит при пробое, возможность движения вниз. А здесь возможность развить волатильность высокую, приоритет наверх. Вот. И вот здесь внизу 0.69 уровень вырисовывается. То есть при пробое это возможность движения к 0.62. И вот здесь опять же вырисовывается возможность движения наверх. Вот. Но с другой стороны, вот эти диапазоны, цена-то находится где у нас? Вот смотрите, получается, сейчас 0.7490, ну, условно говоря, 0.75, так? 0.75, где это в схеме располагается? Смотрим, 0.75, это вот здесь вот, в центре, в принципе, схемы. Отсюда волатильность, волатильное проторговывание данного района. Здесь 0.75 находится вот здесь уровень. Вот. Что сюда можно идти, что сюда можно идти? Равновероятно. Волатильность высокая. 0.75 здесь находится, вот, вот здесь вот в этом месте. Тоже возможность развить высокую волатильность от данного уровня плюс-минус 500 пунктов.
ну, условно говоря, 0,70, 0,80 и 0,75 по центру, как бы центр. Здесь 0,75 где располагается? Вот. Тоже есть возможность и сюда двигаться, и сюда двигаться. Так что единственная надежда – это вот на эту схему. Значит, если торговля будет вестись выше 72,75-21, то да, будет возможность дальнейшего движения наверх в направлении 0,80. Если цена пробьется ниже, то, соответственно, вот к 0,70. Но, опять же, 0,70 очень сильно защищают. Вот это вот сильнейшая защита стоит, располагается в диапазоне 72,80, 72,33 отметки, 72,22, 71,63. Вот это вот мощная защита. Уровня 0,70. Ну и тут, в принципе, тоже существует защита уровня 0,80. Так что равновероятное движение. Дальше, канадец. Что мы видим по канадцу? Ну, вот эта вот схема, она ограничивает движение вниз, подтягивая цену. Это я уже говорила об этом в прошлый раз. Уровень 28-21, он остается ключевым. То есть при пробое данного уровня могут быть понижательные риски, очень сильные. Вот этот уровень здесь виден. 28-21 уровень. Сейчас покажу. Вот здесь. И 28-21. Вот здесь уровень. То есть при торговле ниже понижательные риски. Переход в новый торговый диапазон. К уровням 1.25, 1.20, 1.21 и, возможно, ниже. И торговля выше данного уровня 28-21, она говорит о том, что все еще есть риски, так скажем, попыток движения наверх. С другой стороны, маркетмейкеры ограничивают это движение. Ну, условно говоря, психологическая отметка 1.35 ограничивают. 1.30, 1.35. В районе чуть выше 1.30 построено вот это сопротивление, за которое зацепились. И в районе 1.35 существует отметка 1.34.27. Вот. Ну и вот здесь вот есть сопротивление 35.91, 36.43. То есть попытки, да, есть. Могут быть обновления, значит, экстремумов, но они крайне-крайне ограничены. Дальше. Что касается, так, я франк уже показывала, что касается иены. Иены. Усиливается уровень 104,71. Вот. На нем растет количество пут-контрактов. Где это располагается? Вот здесь вот. То есть, в принципе, паре помогают сформировать диапазон для движения вниз. Вот. Здесь очень много неопределенности сейчас в этой паре. Почему? Вот 104,71. Здесь как граница рисков выглядит. Здесь размыто, непонятно. Здесь тоже в виде границы рисков выступает. Непонятно. То есть, выше, ниже. То есть, здесь как? Иена может рассматриваться просто в паре с долларом, как любая другая валюта, да, а может рассматриваться как валюта фондирования. То есть она может на себя разные риски брать. Если больше рисков, как валюта фондирования, и, допустим, фондовый рынок пойдет наверх, то, соответственно, от иены могут начать, ну, то есть избавление и переход, как бы сказать, в другие активы. И этот процесс математический, он как бы заставит двигаться сюда наверх, и параллельно фондовому рынку пойдет. Вот. Либо иена сыграет роль как обычная валюта. Вот. Тогда, то есть если против доллара движение, то, соответственно, тогда пара доллар-иена должна пойти вниз. То есть из-за этой вот эта неопределенность, отсюда волатильность высокая, и отсюда размах движений возможный очень большой. Получается так. Вплоть до 125, в зависимости от того, как будет разыгрываться карта фондового рынка. Вот. Единственное, за что можно здесь цепляться, это все-таки за схему маркетмейкеров. Вот здесь, повторяю, ключевая отметка 108.35, это сильное сопротивление при торговле выше, да, это большие риски. Вот. Дальше, следующая, ниже отметка 104.48, вот, по сути это психология 105, торговля ниже, значит, говорит о том, что пару пытаются затащить нейтральный диапазон. Достаточно будет затащить ее вот сюда, вот для того, чтобы, ну, задержать, удержать ее от роста. Вот.
То есть пробиться ниже тоже крайне сложно, потому что это все поддержки. Если только не будет очень сильного импульса, то есть удара по данной паре. Вот. Это то, что касается валютных пар. Теперь дальше, что очень важно. Очень важно следующее, что в пятницу была экспирация опционных контрактов по пшенице. И вот что мы видим в итоге. Ну, как говорится, хлеб всему голова. А сейчас я покажу картиночку. Так. Чичикагская, да. Да, вот она. Итак, возьму месячный тренд. Вот, мы увидим, что, значит, это было падение осуществлялось, да, уже с какого года там, ну, по крайней мере, с июля 2014 года осуществляется падение пшеницы, вот, цены на пшеницу. Хотя, допустим, падение того же самого рубля, которое начиналось с 1 июля, условно говоря, 2014 года, то оно уже как бы завершилось, да, вот, мощной коррекцией, то здесь этого не произошло. По сути, цена практически достигла уровня 4 доллара за бушель. Это тот уровень, от которого она в свое время бежала наверх очень и очень сильно, то есть была, ну, по сути, убежала, то есть цена выросла в 3 раза, вот, в 2010 году, с 2010 на 2011 год. Так вот, к 4, к уровню 2010 года вернулась цена. Именно вернулась к 22 числу, к июля, к моменту экспирации. Вот. Сейчас смотрим, значит, недельные графики, что из себя представляют. Вот. На недельном графике видно, что уже в течение месяца цена пытается строить какое-то дно. То есть, видите, близко к уровню 4 доллара за бушель. Вот. И сейчас посмотрим на дневной график. Вот, что мы видим. То есть можно надеяться, что все-таки в экспирационный момент 22-го все-таки было построено дно. Если это будет так, то, соответственно, у пшеницы наконец-то появились перспективы роста. Как это видно на диаграммах? На диаграммах видно следующее. Ну, во-первых, значит, по итогам пятницы видно преобладание колл-уровней, то есть которые, в принципе, стратегии, которые тащат наверх. Далее, ближайшего срока экспирации опционы, это сентябрьские опционы, которые под 26 августа, значит, работают. Здесь видно, что границу рисков вообще близко-близко пододвинули к цене. Вот. То есть вся вот эта вот зона, это зона обоюдных интересов. И то есть она вся стоит наверху, по сути. То есть вот здесь даже зоны маркетмейкеров, она зона очень, очень маленькая зона. То есть движение вниз, скорее всего, завершено. Конечно, никто не может исключать шипа, допустим, там очень быстрого, да, просто на вынос. Но в общем и целом все-таки это точка разворота должна быть. Вот. Здесь тоже это видно, то есть мы из зоны маркетмейкеров, по сути, уходим. Здесь обоюдные интересы, да? Вот. И далее, вот здесь, вот повышательный put spread. Если сложить вот эти вот все стратегии по 3 месяцам, здесь месяца представлены какие? Значит, март 2017 года, декабрь 2016 года и октябрь, и сентябрь 2016 года. Ну, сроки экспирации в предыдущие месяцы получаются. То есть, в общем, это в феврале, это в ноябре. Это в августе. То вот если сложить все эти схемы, то получается, что то есть одно на другое накладывается, и у маркетмейкеров созданы такие условия, что они могут резко поднять цену, допустим, на 50%, дойти до уровня 6 долларов за бушель. Вот. То есть быстро, быстро, быстро движение осуществить. Вот в такой ситуации это становится возможным. Вот как получается. Следовательно, это все повлияет на не только вот влияние будет оказано не только на рынок зерновых, вообще на продовольственный рынок, на сырьевой рынок, соответственно, на валюты сырьевого сектора и т.д. и т.п. И вообще, то есть на валютный рынок в целом. Вот.
То есть вот такие вот такая ситуация с пшеницей получилась. Вот именно на 22-ю, на пятницу была попытка построения вот этого экстремума. Именно по доллару, по индексу доллара. Дальше смотрите, что изменилось именно тоже в пятницу в сегменте облигаций американских десятилеток. Что появилось снова? Ну, ушла схема, во-первых, августовская, которая работала вот по 22 июля. Все, ее не стало. Сейчас актуальны вот эти вот схемы. Сентябрьская по 26 августа, октябрьская и декабрьская. Вот. Что мы здесь видим? Мы видим, что граница рисков находится вот здесь, 131-132 уровни. И если мы посмотрим на то, как себя ведет цена, ну, давайте, десятилетние вот облигации казначейские США. Так, берем свечной график. Вот смотрите, это уровень, сейчас мы стоим ровно посередине, между 131, вот 131 и 132. Вот. Ну, соответственно, даже более 132, да? То есть при торговле выше границы рисков что? Это движение наверх. Вот смотрим дальше, что происходит. То есть если цена все-таки позиционируется над 132, следовательно, у нее есть возможность двигаться в направлении 135. Хватит для того, чтобы, значит, сбросить доллар, да? Дальше. Здесь ситуация. Тоже торговля выше 131, ну, хоть небольшое количество контрактов, но тоже наблюдается как бы обоюдный интерес, что находится вот здесь выше. И вот здесь торговля выше 131, она дает возможность движения наверх экстремума. Ну, так скажем, ориентировочно сейчас это 135, и при агрессивном движении это может быть выше гораздо. Вот. Вплоть до 140 может дойти. Такое реально. Но это будет быстрое движение. И наоборот, торговля ниже 131 – это уход в понижательный, значит, диапазон. Особенно этот сценарий будет, так скажем, можно будет надеяться на реализацию данного сценария, если будет пробит диапазон 131-129 уровней вниз. Все, тогда туши свет, значит. Здесь существуют риски достижения 117 и достижения уровня 115 даже 110. Ну, то есть вот здесь вот где-то есть то место целевое, на которое рассчитывают игроки крупные. Вот. Вопрос сейчас в следующем. Значит, либо опять долго-долго и муторно будут торговать эту границу рисков, не давая зайти ни туда, ни сюда. Да? Есть такая возможность. Вот. Дальше. Либо все-таки сделают как? Экстремум построят по доллару вниз и развернут рынок в обратную сторону. Вот. Либо все-таки пойдут уже сразу на пробой диапазона 131-129 с целью обрушения облигационного рынка. Вот как-то так получается. Поэтому единственное, что это следить за данными уровнями 131 и 132. В пару 131 нужно поставить уровень 129. Верности. Вот как-то так. Вот 129, условно говоря, да? Сейчас мы берем, допустим, недельный график. Вот 129. Вот здесь видно, что здесь была поддержка непосредственно. При ее пробое очень большие риски. И торговля выше 131. Вот 131 уровень. По вот этим вершинам можно взять. То есть здесь он говорит о том, что экстремум еще не построен, есть возможность. Вот как-то так. То есть схему поменяли, она стала более прозрачной тоже к пятнице. Вот. Далее надо сказать, что 27-го будет очередное объявление там итогов заседания управляющего комитета ФРС США. Вот. То есть это будет среда, сегодня у нас понедельник, то есть 2 дня. То есть, скорее всего, позиционирование сейчас идет непосредственно перед заседанием. Но если судить по пшенице, то как бы вот он уже экстремум они, значит, нащупали. Вот, как-то так.
Теперь, значит, вопросы есть? Давайте. Вопросы есть какие-то? Я думаю, здесь как бы понятно. По валютным парам существует сопротивление по доллару. Оно видно в нейтральных диапазонах. И особенно по пшенице это видно. Вот, что достижение. А по рублю, в принципе, ничего нового. То есть я говорила о той отметке, там 63, там 7,85, не помню, 60, где-то. В прошлый раз я делала публикацию рублевую, что устойчивая торговля ниже данной отметки будет говорить о попытке перехода в новый торговый диапазон, более низкий. Вот. Возврат на данную отметку, опять, значит, это попытка что-то там еще поискать. Вот. По поводу информации евро-иена, да, она у меня есть, просто я не публикую. Нет времени как бы все это делать. Вот. Слишком много работы получается. Но если вам необходимо евро-иену, я могу это сделать. Сегодня навряд ли, а завтра я попытаюсь сделать выкладку по иеновым кросс-курсам. Это фунт иена, евро-иена, там, может быть, что-то еще возьму. Вот. Скорее всего, так сделаем перед заседанием ФРС. Дай бог мне не забыть это все. Вот так, а власти дадут рублю укрепиться? Вообще от властей это ничего не зависит. Вот. Вы заметьте, значит, когда рынок начинает, то есть искать, вот маркетмейкеры приходят к определенной точке, соответственно, управляющие, командиры-то видят это все дело, да? Соответственно, они уже гребут под это дело все вербальные интервенции. Вот. На самом деле рынок, он сам по себе живет, он это мировой финансовый рынок, который под влиянием находится крупного капитала. Вот. Соответственно, и что задумано там, значит, какие сценарии, так они и будут осуществляться. Соответственно, надо же как-то показать влияние свое. Ну, как правило, влияние показывается тогда, когда или визжать начинают тогда, когда именно маркетмейкеры приходят к определенной точке. Тогда можно потом сослаться на себя уже, вот мы же говорили, вот видите, так и произошло, да? Ну, или, допустим, вот мы же предупреждали, видите, вот так и произошло. Вот. Или, допустим, мы хотели или не хотели этого. Ну вот, то есть это все день в день делается. Это везде так делается. Не только в России, это везде. Взять там Казахстан, возьмите Европу, везде одно и то же. Ой. Ну, как-то так. Поэтому, знаете, ну, по крайней мере, господин Греф, который выступает от лица, так скажем, какого-то капитала, то он там давно уже про 60 говорит и так далее. Ну, где 60, там диапазон, условно говоря, 55-65. Вот все, мы как бы так в нем и находимся уже. Вот, поэтому что тут, ну, как бы ничего удивительного нет. Получается, что по всем раскладам, ну, я больше всего смотрю все-таки на пшеницу. Вот, это очень важный момент. Это очень большой рынок, там и так далее, с которым завязано многое, закоррелировано и так далее. Вот по пшенице сейчас это видно, что там уже как бы, ну, некуда идти. Ну да, можно еще там пугалово какое-то устраивать, да, в размере там доллара за бушель, да, все, как бы, но не более того. Следовательно, ну, если пшеница, продуктовый рынок попрет наверх, да, то, следовательно, доллар должен падать, правильно? Ну и если посмотреть по цене на нефть, я уже говорила о том, что там по ETI существует уровень 44. Ниже 44 опускаться нельзя, потому что это, ну, это как бы граница такая у маркетмейкеров. Ну, в данном случае вот видно вот 45, к примеру, это опционный уровень, вот 45. Видите, красные преобладают. Это я вот перестроила, ну, буквально полчаса назад, новое построение сделала.
То есть торговля ниже 45, а конкретно 44, да, это грозит, значит, опять, значит, падением рынка. А сейчас пока просто скорректировались границы рисков. 44 – это граница. Все, дальше никуда пока еще не ушли. Вот берем VTI, вот, пожалуйста. Вот она, эта комбинация вся, вот, практически 44. То есть не, извините, пожалуйста. Алло, у меня вебинар идет. Значит, 44. То есть, по сути, давайте возьмем, к примеру, вот это недельный график, да? То есть ушли из района 33, условно говоря, да? Ну, 33 возраст креста. Значит, дальше ушли выше, откорректировались. Вот от уровня 50. Это психологическая отметка. 44 следующий у нас. Вот они где-то ходят вот по 11, шаг уже говорил, 11. Торговля ниже 44, если закрепятся, значит, здесь. Тут, соответственно, обратно в 33 нужно идти. Ну, с пробоем, соответственно, если пробивают 33, то там 22. Ну, как бы существует такая цель. Вот. Вопрос, что это сейчас будут делать. Но у нас пшеница, как бы, она дно вот это вот строит. Но здесь, чтобы идти дальше, это тоже нужно, как бы, ну, серьезно. Либо уже надо очень сильно ударить, чтобы это быстро произвести. Но вот это недельный график. Недельный график. Это сколько недель нужно еще долбить вниз для того, чтобы, значит, осуществить вот эти планы. Так, вот, допустим, месячный график. Вот. Что из себя представляет? Вот как-то так. Вот видно было то, что с июля 2014 года, когда рубль, значит, пошел в ослабление, и когда пшеница пошла, вот мы вот с июля 2014 года видим вот этот нисходящий тренд. Сейчас это просто был отскок вот из этой зоны. И коррекция к 44. Больше тут как бы пока ничего нет. Причем как бы скорректировались границы рисков. К границам рисков скорректировались все валютные пары, получается. И на дно пришла, к дну пришла пшеница, ну, как бы, ну, это серьезно, это вообще как бы глобальное что-то, значит, на финансовом рынке происходит. И если взять золото, к примеру, вот, золото, то видим следующее. Смотрите, значит, вот, это, да, схема, кстати, вот эта, которую я говорила, которую сейчас показываю, она живая по завтрашний день. Вот, и послезавтра где-то я, ну, новую схему отрисую, и вы увидите публикацию под названием «Золото, анализ стратегии игроков», в скобках «Новое» будет написано. Вот, но пока, значит, вот эта вот схема. И смотрите, она будет, жена живет до завтрашнего дня, а новая схема, она будет уже начинаться с дня тогда, того, когда ФРС о чем-то там объявит, вот, то есть 27 числа. Тоже мы такое, как бы попадало вот такое, по пшенице перед этим сделали на 22-е, по облигациям сейчас, по золоту, да, вот в одно место. И вот здесь, получается, по золоту мы находимся выше уровня 1300, все-таки пытаются задержаться. Я рисовала вот эту отметку 1295, как нейтральную, что ее нельзя преодолевать, вот. Что преодоление этой отметки чревато чем, что может быть преодолен диапазон 1295-1248, ну а там тогда уже все, как бы пойдет поиск какого-то дна, да, а вот агрессивно могут пойти. Поэтому, видите, не дают подойти. Вот, дальше, значит, уровень 1400 тоже не дает все подойти, а по сути про торговую 1350 уровень. Наша отметка была 1343. Точная, более точная отметка. То есть вот это вот по завтрашний день. Теперь смотрим, как это все выглядит значит, на схемах. На схемах выглядит так. Вот 1350 тот уровень, который сейчас проторговывается. Торговля ниже этого уровня, устойчивая, она очень опасная торговля. Видите, вот это вот все размыто. Можно легко упасть к 1200. Легко вообще. Держит это все только... Держит это только маркетмейкеры невидимой рукой. Больше ничего не держит здесь.
И получается, торговля выше 1350, она как бы говорит о том, что надо идти вот сюда, в зону маркетмейкеров. То есть они вот в нее не могут зайти. Здесь 1400 сильный колл стоит. Если смотреть на следующую схему сентябрьскую, которая будет работать по 25 августа, вот здесь, значит, тут получается следующее. Тоже торговля ниже, в данном случае 1350, да, она говорит о легком падении, опять 1200. Тоже. За счет чего держат? За счет руки маркетмейкера. Вот. Здесь та же самая история. 1350, торговля ниже, к 1200 ведет. Хорошо, допустим, завтра экспирация состоится, эта схема уйдет в небытие, мы перейдем на эту схему, я что-то новое еще нарисую. Вот. Вот будет очень важно знать, где мы в итоге окажемся. То есть, в принципе, эта схема равнозначна этой схеме. Вот. То есть, если цена все-таки будет выше 1350, пытается, ну вот тогда, возможно, будет какой-то удар, видимо, ожидается удар по доллару и пойдут наверх. Куда наверх? Вон, видите, здесь есть возможность дотянуться до 1525. Но это должен быть именно удар очень сильный. И по пшенице именно так схема реализована, что если удар будут, то есть будет осуществлен, то тогда, соответственно, там резко от 5 долларов до 6 долларов за бушель может, от 4 до 6 проскочить цена. Вот, то есть на 50% вырасти. Такое вот возможно. Вот. Если такое возможно, там это тоже сырьевой рынок получается, то здесь будет возможность все-таки преодоления 1400 и уход вот сюда выше. Вот. Так что, ну и наоборот, торговля ниже 1350, вот 1325, 1340, вот этих вот отметок, да. Вот сейчас мы как раз находимся вот в этом районе, 1318, условно говоря, здесь сейчас. Вот. Торговля ниже устойчивая, она будет говорить все-таки все. Значит, пошли собирать вниз. Ну, тут падение, то есть зашито в рынке. 1200. Ну вот, а если посмотреть, где 1200 находится, то это вот здесь вот. Ну, это, ну, все, как бы, это вот этот вот экстремум нужно будет повторить. И, соответственно, тогда вот это вот, как бы, вот это легкое для прохода, легкий диапазон для прохода, вот этот легкий. И стоит только пробиться ниже, получается 1200, в данном случае 1189. Соответственно, ну, падение вот дальше. Здесь как бы хоть какая-то очень сильная поддержка на 1200 есть. Но при пробое это большие риски. То есть вот два сценария. Как бы. Вот. Значит, по итогам экспирации завтра, я думаю, что-то будет более прозрачно. И еще раз говорю, я нарисую схему, она будет нарисована уже к моменту заседания ФРС. Заседание, получается, объявление 27-го, и потом только лишь 21-го мы увидим какую-то информацию следующую, это через 2 месяца. То есть за 2 месяца можно очень много чего наколбасить в рынке. Вот. Накрутить много чего, запустить. Вот как-то так. Так, получается, что... Угу. Да. Я думаю, что вот все эти брекситы и так далее, это именно под это все. Сейчас эти, раскрутка идет всяких разных идей, это уже под, то есть, идет, то есть туман напускают, то есть занимаются там всем чем угодно, фунтом, там, евро, там еще, то есть как бы это отвод внимания от доллара США. Вот. Но на самом деле, значит, дело все в нем. И потом, смотрите, МВФ постоянно повторяет о долгах США, о том, что доллар, значит, перекуплен, там, и так далее, постоянно. Точно все повторять с марта месяца. Как правило, через 3 месяца уже что-то видно. Ну, пожалуй, до июня дожили, мало что видно, да. Ну, доллар, да, подсел, но не так. Сейчас обратно откатился.
Ну, следующий, получается, квартальный месяц – это сентябрь. То есть, ну, это что тогда уже за… Ну, то есть, уже дискредитация МВФ, поскольку МВФ там что-то там докладывает, там и так далее, куда-то что-то ориентирует, о чем-то говорит, вот, и при этом рынок вообще никак не реагирует. Он не реагирует уже 3 месяца, он уже не реагирует, условно говоря, там сколько, 6-й месяц, 4, там, 5 месяцев, но он должен как-то среагировать, рынок. Потому что давно уже вся эта бодяга идет. Как себя поведет S&P в случае падения доллара? Вот здесь вот как раз история какая. Еще раз говорю, о чем. Давайте сейчас откроем S&P 500. Значит, здесь как сделано по S&P? Значит, вообще поменяли типы контрактов по S&P 500. Вот, для чего? То есть контролируют не по неделям буквально, то есть актуально недельные контракты, не месячные, а недельные, да? Вот, допустим, сейчас ближайший месячный контракт, это сентябрьский, вот. То есть манипулируют так, делают, что жестко контролируют S&P 500, вот. Видимо, необходимо это делать, поскольку еженедельно все это делается. Вот смотрите, как математически чисто выстраивают движение индекса. Значит, 2100 – это был рубеж, то есть можете открыть публикацию по S&P 500, вот, там как бы прописаны все сопротивления. Но 2100 это как бы был главный рубеж, уровень. Вот давайте возьмем недельный график. Вот он, 2100. Никак не могли преодолеть уже с какого времени. Давайте месячный возьмем график. Вот. Вот тут видно, да? И вот в конце концов его преодолели, этот уровень. Видите, агрессивно пошли наверх. Для чего это делают? Это построение экстремума. Кроме как построения экстремума, там больше ничего нет вообще. Если посмотреть на… Сейчас я попробую открыть S&P 500. Правда, это будет несколько старовато, с прошлой недели файл, но там будет понятно все-таки более-менее, что к чему здесь. Вот, видите, как уплотнили вот этот сентябрьскую защиту, начиная от 2200 и выше, плотно, плотничком так это все сделано. То есть и пытаются стратегии еще выстраивать наверх-наверх. Но говорю, что 2200 – это такая мистификация, 22 с двумя нулями, значит, у маркетмейкеров, что вот прямо вот надо им достичь. Ну а дальше там 2222 идет отметка. И вот именно вокруг этого всего и пасутся здесь. Вот. Здесь тоже видно, что могут зайти, видите, уже 2100 продажа, здесь стоит путы, уровень могут проторговать волатильно и зайти, это дает зайти выше, к 2200. Вот. То есть есть возможность похода наверх. Вот, в принципе, им что нужно сейчас сделать? Вот несколько зайцев сразу убить. Вот. Нужно затащить, во-первых, цели мистические, да, нужно S&P 500 затащить. Для чего? Для того, чтобы правильно контролировать его. ФРСникам не нужно, чтобы снова делать такое же приключение с фондовыми индексами, как в прошлый раз было сделано, 2007-2008 год, резкое падение, да. Вот. Нужно сделать все это поэтапно. Следовательно, нужно затащить к целям. Дальше в колл-диапазоне, будучи в колл-диапазоне, могут очень долго держать индекс. Держать туда-сюда, утратить волатильность, манежить. Вот, тем самым. И только если они пробьют 2100 обратно, да, все, уже начинается новое движение, уже низ движения. Вот. Оно очень сильное может быть, поэтому надо защититься максимально, тянуть время и одновременно отрабатывать свои мифологические цели. Вот как бы. Ну, если, допустим, что-то там, вы какую-то штуку выкинет ФРС на фоне заседания, да, то, ну, то есть пойдет обрушение доллара, соответственно, о, опять на каких-то там ура, значит, потащится, ну, наверх.
сделают этот экстремум. Ну, вот как-то так. Но при обрушении в дальнейшем долгового рынка, все это, соответственно, зацепит с каким-то временным лагом, зацепит, и, то есть падение все равно будет. Просто будет временной лаг. Для того, чтобы правильно разрулить ситуацию, по тому сценарию, который как бы заложен в рынке, необходимо сделать так, чтобы долговой рынок падал быстрее, ну, быстрее, чем фондовый, чтобы перекладывались из одного в другое. Вот, в дальнейшем. Схема достаточно такая сложная, разработана, сложно реализуемая, с большими объемами. Но она реализуемая. Вот. И так, если они реализуют эту схему, строители рынка, то, соответственно, решат очень много проблем, закроют со всякими там долговыми делами США там, и прочее, прочее. Вот. Устроив вот такую вот математическую комбинацию. И надо торопиться ее устраивать, поскольку скоро уже выборы, вот-вот они. То есть несколько месяцев осталось там на пальцах одной руки пересчитать. То есть смысл-то проделать комбинацию вот перед этим. И особенно схемы заложены как раз до конца августа. Вот, допустим, агрессивные схемы, а потом еще очухиваться рынок будет, да? То есть вот 2 месяца до заседания ФРС следующего, 21 сентября, ну как бы есть эти 2 месяца, это очень рискованные месяца. Вот. Не факт, конечно, что схему реализуют смогут, но очень высока вероятность, потому что прям вот ее готовят, готовят, готовят. Математически готовят. Вот до того, что манипулируют уже разными видами контрактов. Какие-то убирают, какие-то новые создают там и так далее. Вот. Так, давайте дальше. Так что S&P 500 может как быть, равно как по облигациям, тоже двойное движение. Допустим, в случае падения доллара S&P вот может построить вершину, а затем при сильном падении доллара может уже, то есть зацепить другую корреляцию, то есть пойти, то есть насчет экономики начнут развивать какие-то идеи, вот негативные, следовательно, сделают так, что и доллар падает, и S&P падает. Такое тоже возможно. Вот. Равно как возможно то же самое, допустим, падение долгового рынка с падением доллара. Но сначала, когда будет находиться в зоне, в колл-диапазоне, значит, долговой рынок, тогда падение стоимости будет вести к росту доходности и к росту доллара США. Только при переходе определенной черты изменится корреляция. Равно как та же самая ерунда зашита в S&P, рынок по фондовым индексам. Так что вот, получается так. Так, когда там у нас, подождите, начинается. Такс. Сейчас я посмотрю еще один момент. Конвертер. Так. 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 9 августа, это у нас 13 августа, суббота. Ну вот, условно говоря, с 12-го, так, посмотрим. Какие рискованные дни могут быть? Так. Особенно рискованные. Ну, понятно, 5 числа, 5 августа это закрытие контракта будет на валютном рынке. Вот. А дальше, значит, вот здесь переход с 12 на 15 августа. Вот. Вот это могут быть рискованные дни. Вот, 17 на 15 августа. То есть на субботу, на субботу 13. Вот сюда вот. Так, ну вот как-то таким образом все это выглядит. Так. Еще вопросы есть? Я думаю, что вопросов уже больше нет.
В общем, основные ориентиры, вот пшеница и основной и ориентир, это что касается облигаций, десятилетки. Смотрите, то есть эталонный инструмент на финансовом рынке. Ну вот как-то так. И обязательно смотреть, заглядывайте вот в эту схему, на которую я, ну, показываю. То есть вот эта схема, она абсолютно рабочая, вы это видите. То есть здесь никаких придумок, ничего нет. Вот. Ну все, тогда, значит, ждем, значит, заседания ФРС 27-го. Я постараюсь все-таки перед, значит, 27-го я постараюсь сделать новую схему по золоту, 26-го, 27-го расписать иеновые кросс-пары. Вот. Ну, как-то так. Так что всего доброго, оценивайте риски. Всем удачи.